Всем привет! Решил я вам показать наш город. Сегодня 23 марта 2017 года. Решил совместить полезное. Ну, с приятным, конечно. Конечно, с приятным. Со своим хобби. Ходил сегодня в город по делам. И заодно взял фотоаппарат. Вот вышел на Неву. На Неве уже у нас идет лед. Вон, видите, вон там Луговический мост. Это лед уже идет. Но это еще не крупный лед такой, не с Ладоги. Такой битый, небольшой лед. С Ладоги, видимо, пойдет попозже. Вот. Вон там Исаки торчит. Он сейчас в лесах. Макушка его реставрирует. Вот, ну это я снимал с набережной лейтенанта Шмидта. Вот такие виды нашего городка, в котором я живу. Вот. Погода была сегодня очень хорошая. Правда, был такой ветерок, достаточно прохладно. Где-то было, ну, говорили, что 5 градусов тепла. Ну, думаю, чувствовалось, как градусов 1-2. Вот действительно идет лед. Он стоит. Юный балтиец уже давным-давно стоит эта яхта. Вот здесь на набережной. Почти напротив училища Фрунзе. Там завод адмиралтейский, верфи. Вот. Вот смотрите на красоты нашего города. Действительно, городок наш неплохой. Я сегодня прошел, получил огромное удовольствие от нашего городка. Приятно, что я, конечно, здесь живу. Ну вот, конечно, Ваня Крузенштерн. Для меня этот памятник очень много значит, потому что он стоит напротив училища имени Михаила Васильевича Фрунзе, а я как раз в нем учился. Очень много разных легенд, рассказок по поводу Вани Крузенштерна. Но я как-нибудь расскажу, я уже давно в давнем сюжете рассказывал разные байки. Ну вот, это место такое. Здесь мы обычно, когда собираемся выпуском, фотографируемся. Но он стоит, вот, Ваня. Очень даже неплохой памятник, хороший. Вот. Это пьедестал с его родовым гербом. Ну, это понятно, да? Это Благовещенский мост. Людик. Ну, я, в общем-то, снимал просто Неву. Решил пройтись. Действительно, ходил по делам. Надо было. Сделал быстро свои дела. Времени было, наверное, часов 11 дня. Ну, где-то в районе 11, полдвенадцатого. Вот. И я по набережной от 14-й линии вот, передвигался в сторону Дворцовой площади. У меня там были какие вопросы. Вот. Поэтому я решил эскадрилью все это дело перейти через мост. Притом, в общем-то, неплохие фотографии получились, как я их расценил, достаточно такие симпатичные. Вот на льду сидят там разные утки, дрейфуют вместе со льдами. Вот я уже вхожу на Луговический мост, или мост лейтенанта Шмидта он назывался. Вот. Ну, из машин, конечно, всегда достаточно плотное движение. На ту сторону моста я не переходил. Оттуда можно было, конечно, красивее снять, в общем, вид на Петропавловку, но не было возможности мне туда перейти, поэтому я шел вот по этой стороне моста. Вот тоже идет лед. Действительно, ясная, хорошая погодка. Вот там торчит кунсткамера. Вот, потом я пошел в сторону Гороховой по набережной. Вот, ну, прошел, вот как раз около манежа здесь я был, снял тут коней на фоне Исаки. Исаки весь сверху там в лесах весь. Вот, народа не очень много, на удивление, как-то в городе я не видел огромных толп туристов, но все равно, конечно, они есть. Вот, подхожу к Гороховой, вот еще очередные наши львы, у нас львов
немерено, понимаешь? Действительно, очень много. Вот там адмиралтейство торчит. Поснимал. Вот к разгороху перешел. Вот след от адмиралтейства или Шукет. Шукин садик, как мы его называли. Александровский садик. Вот тут там, вдали, наверное. Да, точно, он дворцовый столб стоит. Вот там, видишь. Вот так передвигаюсь. Тут у меня была маленькая пауза, я тут кое-что поговорил. А вот увидел такие пыльные окна и решил написать Питер. Не знал, как получится, но вроде как даже что-то и видно на пыльных окнах какого-то здания. Написал Питер, ну, издалека видно. Вот я зашел уже к Дворцовой. На Дворцовой тоже, видите, не очень много людей. Народ стоит, конечно, в Эрмитаж, там, в садике дворца. А здесь, в общем-то, никого не видно. И машин не так много, на удивление. Вот. Дворцовая симпатичная, как всегда. Ну, здесь Адмиралтейство, это я в Кругаля снимаю, влево-вправо. Вот. Сейчас я поведу камеру в сторону главного нашего Дворцового моста. Наверное, ну да, конечно, куда же еще. Вон там Дворцовый мост. Вот, ну а это, сами понимаете, Александрийский столб. Вот наша Дворцовая площадь. Почему-то были включены светильники, видимо, проверяли там. Так симпатично смотрелось. Вот такое путешествие хотел вам показать. Ну, собственно говоря, и все. Посмотрели на наш сегодняшний город. Город, как всегда, очень даже неплох. Весна пришла, точнее, наступает. Прохладненько, но наступает. Скоро будет вообще тепло. Еще какой-нибудь репортажик с ними. Ну все, всем пока, всем привет. Рад был, что вы посмотрели. До свидания.